за днями, а года за годами. Фух. Почему опять столько много писем в этом ящике? И никто ничего не разбирает. С любовью из Питера. Подруга какая-то. Фу, это что вообще? Ладно. Ну и где Эмма? Долго мне ее еще придется ждать. В общем-то, проще уже самому дверь открыть. Эмма, привет. Эмма, ты дома? Может, у тебя что-то случилось? Ну, здравствуй. Привет, а что мы теперь на «вы»? Ну, возможно. Эмма, ты снова пьяна. Да, Джеймс, не опять, а снова. Я и так сказала снова, что ты мне поправляешь? Не перебивай, не смей. Где ты был так поздно? Что? Где ты был так допоздна? Так допоздна? На работе, естественно. У меня куча дел, проблем, Эмма. Ты думаешь, я такой беззаботный человек? От тебя пахнет какими-то духами. Моими? Какими еще? Врешь. Так, слушай, Эмма, давай прекращать весь этот цирк. И вообще, не сейчас это все. Ты сейчас ляжешь, поспишь, выспишься, и я тоже спокойно отдохну. Не будем друг другу мешать. А что, со мной ты уже не отдыхаешь? С каких пор ты стал таким, Джеймс? Такой же вопрос и к тебе. Не издевайся, умник. С кем ты мне там опять изменяешь? Не опять, а снова. Ты что, совсем? Это шуточки какие-то? Совести нет. Ты как говоришь со мной? Это ведь серьезно все. Ситуация касается нас, а ты здесь еще и смеешься? Так, короче, все, с меня хватит. Я уже так больше не могу. Нет, Джеймс, не хватит. Куда же ты? Спрячешься в ту комнату, как обычно? Либо куда ты опять идешь? В ванну, в туалет? Я тебя все равно оттуда достану. А на балконе, если что, я заняла уже место. Я не собираюсь идти и занимать твой балкон. Мне вообще это не нравится. Я пошел спать в спальню. Все, спокойной ночи. Нет! Ты от меня все равно так легко не отделаешься. Ведь это все из-за тебя. Все! Снова из-за тебя все это. Ты всегда мне портишь жизнь. Негодяй. Какой-то пропущенный звонок. Мелоди? Алло. Привет, Джеймс. Привет, Мелоди. Как ты? У нас все хорошо. У тебя как дела? Алло. Да, я тут. Просто немного утомился. Связь прервалась, наверное. А, да, наверное. Есть новости за день какие-нибудь? Ну, знаешь, не особо. В основном работа, да и все. Открывай, Джеймс, я все равно тебя достану. Ты же знаешь, что я здесь. Знаешь, слышишь. И я тоже слышу, что ты с кем-то говоришь. Кто это? Открывай. Тогда можно я расскажу сегодняшние приключения? Конечно, молодец, я тебя слушаю. Ой, ну тогда супер. Так получилось, что у нас сегодня появилась новенькая типа на работе. Ну, она как бы не новенькая, ее просто перевели из... А вот так же несколько месяцев тому назад. Ой, давай я, короче, попробую. Я тоже. Давай. Эй, ребята, вы мне подскажете, где здесь есть, может быть, туалет? Туалет есть, вон там, вот дальше проходите. Спасибо. Давай, играем. Это была наша группа, всем спасибо. А далее переходим к танцам. Пожалуйста, встречайте. Ей не нужно имя, ей нужны ваши овации. Давай!
Я увидела ее совершенно случайно и говорила себе, я не в порядке, я не в порядке. Я ее увидел. И я влюбился с первого взгляда, с первого танца. Черт, я потерял голову, я потерял все. Это было безумие. Можно автограф? Ты классно танцуешь. Да, спасибо, спасибо. Привет. О, привет. Ты так классно танцевала. Спасибо большое. Может, ты чего-то хочешь? Например, можем выпить колу вместе, либо съесть чего-нибудь, сходить куда-нибудь. Как пойдет. Стой, подожди. Ты реально очень классная. Я Джеймс. Джеймс, я запомнила. Извини, сейчас нету времени. После я зачастую начал ходить сюда, в это место. И здесь и были наши частейшие встречи и времяпровождение с друг другом. Я уже считал, что мы с ней одно целое, и нас невозможно разлучить. Но я не понимал свои чувства. Я был будто бы под какими-то чарами. Что? О нет, я проспал. Ё-моё. И Эмма даже не умудрилась меня разбудить. Эгоистка. Быстрей. Стоп. Всего лишь 5:05. Так, стоп, что? Я не поняла, у Эммы что ли отпускные начались? О, господи. Хоть посуду помыла. Ключи, ладно, оставлю. Так, ой, здрасте, здрасте. О, здравствуйте, Джеймс Лорд. Здрасте, да. У меня для вас есть специальное предложение. И работа. Ну что, конечно, я все понимаю. Это очень прекрасно. Так, блин, нет, нужно валить. Мистер Лорд. Да. Давайте, может быть, это обсудим во втором кабинете? В 52-м? Окей, зайдите ко мне в кабинет. Не позже 12:00 желательно. Нет, точнее, обязательно. Да, все, я понял, спасибо. Фух, быстрее, блин. Мистер Лорд. Здрасте. Здравствуйте, мне расписаться надо. Да не здесь расписываются. Вам надо было заворачивать там. Точно, простите, я запутался. Йо. Ну ладно, я пойду. Блин. Не будете любезны открыть двери, девушки? Благодарю. Супер, еще и моя любимая музыка. Привет. Ой, здравствуйте. Делаешь вид, что меня не заметил. Ты теперь здесь работаешь? Ну, типа того. А как ты здесь вообще оказалась? Это вам, лорд. Не обязательно уже знать. Давайте до встречи. Стоп, мне тоже нужно здесь уходить. Надо же, нашла здесь самая умная и деловая. Понимать хотя бы эту долю базы, которая у нас есть. Так, кто скомпал все эти листочки? Кстати, ребята, подождите, пока я не забыл. Давайте я вам представлю нашу новенькую коллегу в коллективе. Так, отвлекитесь. Знакомьтесь, это Моника Саурус. Пожалуйста. Здравствуйте, очень приятно. Стоп. Моника Саурус? Что? Моника, серьезно? Неужели это она? Лучше всего здесь, получается, нужно рассмотреть вот этот график. Угу. О, это хорошо. Я поняла, спасибо большое. Пожалуйста. До встречи, Моника Саурус. И вам до свидания. Ты что, за мной блюдишь? Караулишь? Стой, пожалуйста. Что тебе нужно? Ты реально Моника, это правда? Правда, Джеймс. Я думала, ты меня узнаешь.
Видимо, я хорошо изменилась с тех школьных времен. Ты изменилась, но я не буду уточнять, как ты изменилась, а точнее, в какую сторону. А что тогда ты мне цветы дарил и гулял со мной? Как ты это объяснишь, раз не в лучшую сторону? А ты, я вижу, все припоминать умеешь. Да, моя натура. Ладно, не работать надо. Давай, пока. Эй! И запомни, Джеймс, на «эй» девушек не зовут. Блин. И как у тебя дела? Ой, да лучше не бывает. Ладно, я тебе перезвоню. Здравствуйте. Здрасте. Можно, пожалуйста, самый лучший букет? Самый лучший, но это на ваше усмотрение. Так. О, давайте вот эти розовые. Очень красивые. Эти? Да. Спасибо. С вас 500 токенов. О, Джеймс, очень неожиданно тебя видеть. Это тебе. Вау, спасибо большое. Теперь мы пойдем гулять. Ну, давай. А как тебя зовут, кстати? Я так и не спросила твоего имени. Кэти. Милое имя. Кэти Лорд. Как насчет такого? Ты уже все продумал, я вижу. Далеко видишь. Ты тоже. Блин, нет. Это была Моника. Нет, нет, Моника. Я видела же ее глаза. Это тон, голос, манера, все, подача. Это была она. Черт, черт. Как я ненавижу. Ненавижу себя за эти глупости.